Несколько недель назад это сердце наполнялось любовью и светом на побережье Черного моря, в Крыму, на фестивале «Таврида Арт», где в течение 3 дней гости со всей России, новых территорий и 35 стран писали свои пожелания Белгороду. А теперь мы, белгородцы, можем прийти к культурному центру «Октябрь», прочитать эти теплые слова и убедиться, что действительно Белгород в сердце каждого. Дорогой Белгород, от всего сердца желаю тебе успехов, процветания, а главное – мирного неба. Санкт-Петербург. С любовью в сердце. Узбекистан. Всем мира и счастья. Привет из Пензы. На фестивале «Таврида Арт» я тоже оставляла свое пожелание Белгороду, и вот сейчас в Белгороде я его нашла. После дождя всегда выходит солнце, край, с которого начинается родина. Массированный обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года оставил отпечаток в сердцах белгородцев. Арт-объект в центре города в виде израненного сердца стал негласным символом. Проект «Белгород в сердце» основан на символе единства и поддержки, для того, чтобы привести это на «Тавриду Арт» и показать всем регионам о том, что есть такой город Белгород, и что вы можете оставить свои пожелания. Оставить свое сердечко с добрыми словами могут и жители Белгорода. Теперь уже в Белгороде я напишу еще одно пожелание от всего нашего холдинга «Белгород Медиа». Екатерина Склиренко, Антон Некрасов, Белгород Медиа.